Сквот Бастерс! Да, друзья, всем привет! С вами как всегда Рубзи! Как вы могли догадаться, это Сквот Бастерс. Это новая серия, а значит, вам нужно срочно ставить лайки, подписываться на канал, потому что сегодня я приготовил нечто офигенное! Во-первых, мы с вами забираем сундучок, мы с вами получаем новое событие Тайны Тары. Кстати, нужно будет сыграть 8 карточек, открыть 8 сундуков и забрать все эти награды. Я этого еще не видел в игре. Мы с вами в магазине забираем бесплатных 2 ребеночка Бо. Естественно, нам предлагают мега воинов. Пошли они нафиг, но, ребята, здесь есть кое-что очень крутое. Это эпическая целительница воин, чтобы понимали, это последний боец, который не найден у меня в этом мире. Я просто обязан сегодня ее забрать. В отряде нам нужно прокачать несколько эволюций, кстати. Возможно, мы получим кое-кого еще третьей эволюции. Я, конечно, не уверен, но возможно у нас получится. 6 кольтов. Так, подожди, у нас динамайк. Даровочки, у нас новый динамай капнулся, у нас Макс эволюционировала. Так, вроде бы всех, кого можно было, прокачали. Это еще не все. В книге мы с вами забираем все вот эти штучки, ребята. Я сегодня и вчера играл в эту игру, блин, я не могу реально остановиться. Я не могу остановиться играть в Сквот Бастерс. Мы забираем с вами награду за 32 уровень. Пустынный мир, у нас до сих пор пустынный мир, и на 35-м у нас начнется новый королевский мир с новыми персонажами, а это означает, будет просто жесткая имба. Кристальный пропуск, сундучки мы должны собрать, чем больше у нас, кстати, персонажей, тем больше мы получаем с вами прокачку. Золотишечко мы с вами забираем, ключик эпический, ключик слияния, эль-тигра, как бы он там не был, курица-дракон-воин, вот этот вот тоже нам понадобится, наверное. Но, смотрите, в чем прикол. Сейчас я залетаю в магазин и покупаю целительницу воину за 120 тысяч, ребята, эпически. Увеличивает здоровье отряда на 400, это очень много. Это имба. Также мы забираем, конечно же, ведьму. Это прям очень крутой персонаж. Забираем нашу, конечно же, королеву лучниц. Забираем Максюшечку. Вот этого красавчика эпического, ребята. Очень имбовый. Кстати, у меня он был не прокачан. По идее, теперь у него будет прокачка. Кольта заберем. И, конечно же, заберем Эльпримыча. Все. Мы все это с вами собираем и начинаем прокачивать. Грег у нас получает эволюцию, но не третью. У меня только с третьей звездой только один персонаж или двое. Король варваров, ребята, подожди. А зачем я брал на него эволюцию, если он у меня и так сейчас максимальной эволюции? Да, мы получили под за награду. Так, сюда давай ведьмочку. Я очень хочу получить третью ведьму максимально. Эволюция Макса. Вот она, новая целительница. И по идее всех, кого можно было, я прокачал в этом мире. У нас еще одна награда. Эпический сундучок. Может выпасть что-то интересное. Так, 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 так. Три целительницы. Маловато. Мы можем открыть новый мир. И уже сегодня? Вы серьезно? Так, нам нужны сундуки. Нам нужно обязательно прикупить себе сундучков. И погнали с вами сражаться, играть. Так, да, квест старый, я помню. Ну что, готовы, ребят? Я, возможно, проиграю, возможно, выиграю, потому что не всегда мне везет на победу, но я буду очень стараться. Лужайка, понятно, и кристальная перезагрузка, отсюда будут падать кристаллы. В принципе, выгодно бы сейчас взять в начале дровосека и погнать рубить деревья. Кстати, одна из хороших тактик, но не всегда хорошая. Так, возьмем себе эпическую усилительницу, пускай будет, почему бы и нет. Так, посмотрим, как она сражается, но... Слабенько, слабенько сражается. Давай, меня какие-то скелетики уже пытаются пробить. Получается, она увеличивает здоровье отрада. Отрада, ребята. На 4 сотни. То есть мы изначально становимся сильнее. Так, нужно варвара. Вот, отлично. То есть варвар нам дает довольно-таки много силы. То есть у нас сразу запущенный отряд. Неплохо. А ведьмочка сюда. Сюда, чиназис. Так, ведьмочка максимально полезная подруга нам нужна. Теперь нам сундуки стоят очень дорого. В этом есть небольшая проблемочка. Так, можно, в принципе, посражаться. Вот. Видели? Увернулся, гадина. Увернулся. Увернулся, это нехорошо. Так, подожди. Почему у нас, ведьмы на головой крутится какая-то диадема? А, это типа дополнительное здоровье. Я понял. У нас отовсюду падают кристаллы, только не там, где нужно. Мне нужно больше бойцов. Так, подожди.
ключ слияния. Смотрите, что мы делаем. Мы делаем грязюку, мы делаем слияние Шелли. То есть мы с вами получаем неплохой бустик сейчас по возможностям. Подожди, можно и посражаться, дружище. Можно и посражаться, а он не хочет сражаться. Естественно, кто бы со мной сейчас сражался? Я, правда, на 7-м месте. Смотри, у чувака есть Грег, а варвара апаем. Смотри, можно сразиться с вот этими ребятами. В принципе, а, 20, 20, 20, 20, смотри. Нужно пытаться кого-то догнать. У меня проблема сейчас со скоростью бега. Вот в чем проблема. Если я буду много бегать, мне нужно отобрать у кого-то гемы. Мне нужно с кем-то сразиться, либо выйти на мид и... Опять они убегают от меня. Опять они от меня убегают. О, мы сейчас зафармим вот так вот деревья. Хорошо. Сюда, давай сражаться. Да кто-то с мной посражается сегодня. Вы задолбете, серьезно. Вы задолбете, дайте посражаться. Хорошо, хорошо, пошла битва. Пошла битва, заруба. Так, рубанул. Так, подожди, а вот это нехорошо. Давай. Так, давай, остается последний. Последний воин. Пошел. Тормози. Да пошел в баню, подожди. Тихо. Эльпримыч убегает. Курица-дракон. Да остановитесь вот этого пацана. Какую нафиг... Я не помню, что было. Так, выбывай. Кто кого выбил? По идее, я выбил. Так, его добил левый чувак! Вы что, серьезно? Я чувака гонял полгода, и его добил просто левый чувак. Это вообще нечестно. Я на 4-м месте. Давай сюда. Мне нужно больше сундук. Я никого догнать не могу. Почему у меня такая скорость бега маленькая? Они просто бегают по всей карте. Давай. Так хоть какого. Я один из сильнейших на карте, но никого догнать не могу. Просто-напросто. Из-за этого у меня 7-е место. Эпический ключ. Давай, забираем. Кого? Давай, король варваров ближнего боя. Нам нафигачит. Так, пошел нафиг отсюда. Так, давай. Вроде по сражению там неплохо получается у меня. А, с меня выбили кристаллы, я понял. Меня еще отдубасили. Ну, короче, все очень неинтересно получается. Пушку поставим. Короче, плохая катка. У меня проблема, ребят. У меня проблема намечается. 6-е место, мне нужно 5-е. Нужно 5-е место. Так, вот это очень много у него чипов. Так, какое мне место? 6-е. Ребята. 5-е место. Давай, 5-е место. А какие скелеты? Какое место? У меня просто была проблема, что я не мог никого догнать. Почему-то у меня вроде бы и курица была. Хоть, слава богу, 5-е место. Хорошо, ребята, игра не пошла немножечко. Я не мог почему-то никого догнать. Все были быстрее меня. И хотя бы забрал 5-е место. Меня никто не мог убить, но я не мог никого догнать. Так, у нас бустанулся гоблин. Это хорошо. У нас 34-й уровень. Сюда золотишечко, это мне нужно. И нам нужно еще один уровень, чтобы открыть... Так, награду. Плюс билетик. Так, подожди, мне нужно отыграть 8, открыть 8 сундуков, чтобы открыть 8 сундуков тары. По идее, мы можем собрать все сундуки тары и забрать максимальную награду. Сразу 2 бонуса. Гора добычи и еще и гигантские деревья. Ну, здесь нужно брать каких-то стрелков, что-то прям интересное. Так, ну пускай будет Бия. Мало здоровья, но пускай будет Бия. Вначале интересненько будет, что можно натворить. Взять, в принципе, Бия. К ней в команду взять сразу Шелли. Пойти вот сюда, собрать еще сундучочек. Здесь сразиться с этим. Взять еще одну Шелли. Спасибо. У меня прошлая катка, которую я вырезал. И я сейчас на такой дисморали. И мне опять выпадает такая тема, что на меня прыгает Кайдзю. То есть на меня сейчас нападает вообще все, что только можно напасть. Так, подожди. Пушку ставим. Опять все кайдзи. Почему все боссы мира напали на меня? И кайдзи, и шмайдзи, и все остальное. Вы можете с боссом разобраться хотя бы? С кем сражается кайдзи, я вообще без понятия. Моей пушкой, что ли? Не, я пошел нафиг отсюда. Так, я поставляю, короче, максимальное количество пушек. Так, эпический макс. Хоть буду бегать быстрее.
Так, давай. Пушку еще одну. Короче, я тут пушек этих понаставил. Будем, короче, первое место. Я тут пушек понабирал столько, чтобы мы не горюй. Так, сундук, шелли в объединении. Отлично. Ключик есть. Био подобрали. Так, кого можно взять? Кольта. Отлично, давай, гигантское дерево. Есть шанс, что мы сейчас хорошенечко нафармимся. Если пробьем дерево. Так, давай отойдем немного. Так, взрывы пошли. Отойдем немножко. Так, пошел нафиг отсюда. Смотри, уже в крысу, по-любому готов. Мое. Пошел нафиг отсюда. Так, давай, крутится, вертится. Робот голубой. Первое место у меня пока занято. Ну и пушечки стоят. Хорошо. Мой сундук. Королева вот эта вот, короче, хиля. Давай, всех моих забустила, по идее. Первое место у меня пока что все отлично. Еще один сундук. Так, кольта бафаем дальше. Еще один сундук стоит 30 монеточек. У меня их пока что нету. Так, там уже кайдзю появился. Есть гигантское дерево. Прекрасно, прекрасно. Сейчас мы с гигантским деревом забатлимся. Что можно сделать? Давай, всадник на кабане. Естественно, меня кайдзю напал. Какие же твари. Просто все на этой карте меня ненавидят. Так, меня убивают. Ну, естественно, да. Естественно, сейчас меня все забьют. Я потерял просто всю свою армию. Как? У меня... Я не знаю, как это работает. Я был только что максимально забущенный. У меня было несколько крутых объединений. Были два кабана. Что-то еще было. И где оно все делось? Я не знаю, на самом деле. Исчезло. Просто нафиг исчезло. На меня прыгнул кайдзе, на меня прыгнул какой-то тип с слабой армией, и все. И меня отдубасили, и все. Я до этого фармил деревья, я до этого что-то еще фармил. Все пофиг вообще, тип пришел какой-то левый, что-то там распрыгнул. Давай. Пушки. Так, королеву лучниц. Так, давай. Я что-то там пушек подоставил много. Может быть, поможет мне это. Пушки. Так, исцеление. Пошел нафиг. Так, пушечки работают. Давай. Хорошо. Давай. У него есть 90 гемов. Я должен догнать его. Так. Бросил второе место. Отходим. На такой дизморали я занял второе место, вы даже себе не представляете. Просто благодаря пушкам. 199 гемов, это просто я пытался, 11 серия побед, я пытался очень сильно выиграть, но у меня прям... Ой, эпически большой, давай. Хорошо, сюда, давай, Чиназис. Классическая. Что у нее получилось? Лечит отряд после открывания сундука. Ой-ой-ой-ой-ой, это очень хорошо. Так, что у нас? Ключик. Ребенок-варвар. Еще эпический ключик. Так, 4 сундука я же открыл, у меня закончилось. Вот здесь нужно прям срочно покупать билетики. Так, 3 билета у нас есть. Кристальный пропуск. Так, еще 2 билетика у нас есть. И большой редкий сундук. Прям то, что нужно. Кто у нас? Бия. Био у нас. Так, получается, био мы можем с вами, по идее, апнуть. 6-я классическая био у нас, получается, из Бравл Старса. Так, квесты недели мы все сделали. Погнали, ребята, фигачить. Так, что у нас там объединилось? У нас целительница появилась. То есть, если будет эпический боец выпадать, прям будет очень вкусненько и хорошо. Поехали. Такие потные карты, что просто пипец, ребята. Кстати, путь отряда. Так, у нас Шелли эволюция сюда. Получи награду. Ключик сюда есть. Так, нам нужно еще 3 катки, да, у нас как раз таки есть сундуки. Быстро делаем катки и открываем все награды Тары. По идее, она даст какой-то нам мегаприз. Хорошо, наконец-то кого-то дубасили. Так, целительницу забираем. Вот это можно, в принципе, сразиться. Нет, не буду сражаться, у меня 57 гемов. Мне бы третье местечко сейчас удержать. Так, ведьму, там на миду жесткий чувак бегает. Так, а вот этого можно сразиться. 4-3. А, 4-й мид. Тихо. Это сейчас проблема. Сейчас меня могут зафигачить. Чувак, стой! 4-е место, ладно. Блин.
Я на самом деле до сих пор не знаю, где центр у карты, постоянно путаюсь. Ладно. На самом деле здесь очень много донатеров. Я вообще практически не доначу в эту игру. Ну так. Чуть-чуть доначу и все. Так, у нас курица эволюция. Что у нас там, путь отряда еще не прокачался? Книгу. Сюда давай книгу, заклинание, пушечки. Немножко остается. Награду. Так, раз. 500 монеточек. Нужно еще две карточки. Как раз у нас билетики остается. Поехали. Стоять. Бесплатный сундучок. Эль Примыча берем. Давай, Эль Примыч, это прям хорошо. Второе место. У нас от первого места буквально... буквально пару кристаллов отделяется. Так, плюс. Плюс Шелли с ультой. Так, давайте ключик. Раз уже занимаем первое место, так уже первое место должны окончательно занимать. Так, вторая бия у нас с вами есть. Можно, в принципе, зарубиться с кем-то. С вот этим вот. Стоять, бояться. Ага, поставил пушечку. Молодец. Пошел нафиг. Рубимся, рубимся жестко, жестко, жестко. Первое место. Так, хорошо. Так, а вот здесь можно, в принципе, зарубиться с этим роботом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас меня выбьют много-много-много-много-много. Пушечку, уходим, 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 уходим. Так, мне нужно биозас усиливать. Мне нужно подхилиться сейчас срочно, срочно, срочно. У меня все каленые. У меня просто все на грани. У меня просто все на грани. Так, сейчас меня только что выбили. Давай, усиление ближника, дракончика. У меня сейчас плохая ситуация, потому что у меня много гемов. Но проблема в том, что у меня бойцы очень сильно пробиты, мне нельзя умирать. Мне нельзя сейчас ни с кем сражаться, чисто по краюшкам побегать, подфармиться. О, гемасики собрать. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, кого? Короля варваров. 9 секунд, но я... Так, мне нужно... Первое место, первое место, первое место, первое место. Капец, там немножко... Какой нафиг? Где он гемы набрал? Там так близко. Но я не мог сражаться. У меня просто были прямо очень сильно пробитые все мои бойцы. И если бы я влез в бой, даже с самым слабым противником, меня бы выбили вообще с игры нафиг, в принципе. Так, редкий. Так, много, много. Три медика. Да, я понял, я понял, я понял. Так, медик у нас, по идее, не забустился. Путь отряда немножко остается. Так, последний билет на сегодня. Сыграем разочек и будем с вами расходиться. Короче, я потратил все сегодня билеты. Но у нас есть еще билеты. Есть еще ключи. В принципе, на следующей серии у нас будет новый мир. Мы откроем королевский. У нас появятся новые персонажи. Это прям имбовые персонажи. Посмотрим, насколько они хорошие. Ребят, на сегодня все. Лайк, подписка, колокольчик. Всем пока.